Прошедший год, он был охуенным. Даже не буду заменять это слово. Я стал впервые отцом. Когда при появлении ребенка, я в очередной раз вспомнил, что на самом деле является ценным, и что материальные, скажем так, вещи – это не главное. Но могу одно сказать, за этот год я, даже благодаря карантину, насладился компанией своей семьи. Но я считаю, что составляющие успеха очень простые. Первое – это родиться в Мухосранске, в который ты не хочешь вернуться обратно. Второе – это уважать своих родителей и хотеть им помочь уже с 18-летия, что я и делаю. Третье, самое жесткое – это жениться на красавице. И, конечно, следующее, как бы с моими запросами и с моей зоной комфорта, еще и сделать себе ребенка. Этот год первый, в котором я пригласил не только друзей, с которых знаю там 5, 7, 10 лет, но и людей, которые со мной в последние 5 лет по работе, которые со мной по здоровью, которые со мной просто по приятному общению. Я не могу многих назвать друзьями, но я могу сказать то, что за этот год мой успех они больше разделили и больше меня поддерживали, чем даже мои самые близкие друзья. Наверное, я хочу, чтобы больше мои гости сохранили в памяти этот день, как день рождения, на который не факт, что ближайшее время у них будет. Я хочу, чтобы я увидел и запомнил искренние поздравления. Я хочу, чтобы я запомнил свой охуительный пиджак и лук из Филиппа. Просто как бы это пока самый мой лучший костюм. Я хочу, чтобы моя жена, вернувшись после рождения дочери через год, своим внешним видом вела в охуевшее состояние абсолютно всех гостей. Это был самый лучший год в моей жизни. Тебя, с днем рождения, Дмитрий.